графиками автобусов мы работаем, чтобы дежурные рейсы в вечернее время выполнялись исправно, без нарушений. Что касаемо высадки несовершеннолетних детей из общественного транспорта. По прошлой недельному событию встречались мы с родителями, с мальчиком. Да, действительно, ситуация была по направлению движения на тренировке, он был высажен с автобуса, так как не сумел предъявить удостоверение, подтверждающее право льготного проезда. На тренировку он сумел все-таки добраться, повторно сев в 10-й маршрут. На обратном пути следования он также был высажен кондуктором на тех же самых основаниях. Вот. Но в связи с этим, как раз средством массовой информации, я хотел бы обратиться с тем, чтобы люди, граждане, которые пользуются у нас правом льготного проезда, все-таки не игнорировали те требования, которые предъявлены к ним. Потому что у нас ежедневно свыше 20 тысяч человек проезжает по льготным проездным билетам. И надо понимать, что кондуктора тоже люди. Если в какой-то части они не получают должного ответа, то есть не все документы им представлены, то, в общем-то, они действуют согласно инструкции. Что касаемо непосредственно в позднее время высадки несовершеннолетнего человека, молодого человека с маршрута, с автобуса, то в данном случае, да, мы уже встречались с кондуктором, к нему приняты меры, то есть он дал объяснительные решения по вопросу увольнения либо неувольнения данного сотрудника пока не принято, вот, но, естественно, такие поступки недопустимы никак в позднее время. Ни в коем случае нельзя высаживать детей, тем более несовершеннолетних. И с нашей стороны будут приняты все необходимые меры, чтобы это в последующем не повторялось.